Visi tie, kurie čia liko ir prisieks, nuo šios minutės bus Lietuvos Respublikos kareivis. Aš prisiekiu, negailėdamas savo jėgų ir įvykdęs, ginti Lietuvos valstybę ir jos nepriklausomybę. Вам сейчас дай полную самостоятельность и перейди вас на мировые цены, вы сядете в лужу. Это не было совсем внезапно. Мы пожелали жить не по лжи. Говорить о том, что есть, что надо менять, и даже предлагая, как менять. Галятас, мы сусипрасти, и ляутис пути нашта, мусу керенарам чиш Москвос. Объявить сговор Сталина с Гитлером незаконным и недействительным с момента подписания. Там, где Саис будет пытаться столкнуть людей, будет получать от меня очень серьезно. Ну нет, грейт посыпайте и ущупшлиной, куда все борту. Я щупшли на посауле, я усыпина, значит, нахуй. Решение Верховного Совета Литовской ССР не имеют законной юридической силы. Уже 3 дня, как мы отдельная независимая страна. Это их решение недействительно. Нафта, дуйос, bet ir kitos strateginės medžiagos nustotos tiekti Lietuvai. Приехала специальная штурмовая группа «Альфа», которая не используется без ведома президента Горбачева. Если сила будет применена, мы же понимаем, народ, который выразил свою волю, так с этим не смирится. Советский Союз начал необъявленную войну против Литовской Республики.